Итак, ребят, вот и обучение на действительно прям прикольный продакшн 4 карт. У вас есть 4 туза, и вы их берете классно, красиво проявляете. Поэтому обязательно поставьте лайк, давайте соберем так лайков 100 и совсем... И тогда совсем скоро выйдет какой-нибудь классный, прикольный еще один фокус, а возможно сменка. Все зависит опять же от вас, что вы будете писать в комментариях. Ну и конечно же не забывайте подписываться на мой канал, потому что в принципе это несложно для вас. Ну, а мне действительно это приятно, поэтому берите, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, ну и погнали обучаться. Итак, ребят, для этого продакшена вам нужно, в принципе, колода карт и достать 4 карты, которые вы будете проявлять. Это могут быть дамы, тузы, короли, любые картинки, в принципе, можете даже проявить. И там 4 двойки, 4 там, пятерки, неважно. Ну, желательно достать какие-то картинки, это будет красивее. Сам сетап выглядит так, у вас есть 4 туза. Одного туза вы кладете лицом вверх, и оставшиеся два контрастные лицом вниз по обычному. Этого кладете под низ колоды. Есть. То есть ваш сетап реально максимально простой. Там черви лицом вверх, пики крести по обычному, и туз буби лежит так же сам по обычному внизу. Далее подходите к зрителю, делаете какой-то ложный кат, который контролирует и верх, и низ. Либо же это может быть какой-то вот такой вот кат, в принципе, никакой роли не играет. Либо же вы можете сделать обычный, всеми стандартный, всеми любимый трипл кат. То есть масса способов, да, делаете какой-то трипл кат, и в принципе все. Окей, можете сделать даже какую-то там такую тройную тасовку, ну, блин, я не знаю. Здесь уже в принципе не важно. Окей. Сам продакшн выглядит так. Берете колоду в правую руку, делите ее на две части, верхнюю стопку кладете в левую руку. Здесь делаете веер, это у вас нижняя стопка. Здесь вы эту карту сдвигаете вот сюда и кладете между вашим мизинчиком, безымянным пальцем вот таким вот образом. То есть вот вы сделали веер, вот таким вот образом эту карту сводите сюда и делаете вот такое вот проявление первой карты, резкой. Далее все дело сдвигаете, берете колоду вот таким вот образом, чуть-чуть разворачиваясь вот таким вот образом, да, вправо, так сказать. И сейчас вы правой рукой открываете ваш дисплей нижней карты, левой рукой вот таким вот образом открываете вот эти две карты. Ну, разумеется, у вас руки идут вот таким вот образом, и вы это делаете вот так. И это выглядит действительно прям очень-очень круто. Это на самом деле очень просто, но выглядит действительно прям шедеврально. Давайте еще раз. То есть ваш сетап, подошли, сделали трипл кат, поделили колоду на две стопочки, бум, вау, проявился туз. Чух. Ой, забыл повернуться. Чух. И провернули 4 туза. Очень круто, ребят, всем советую выучить. Как бы очень крутой продакшн. На этом все, пока.